Фестивалю «Россия-Индия от сердца к сердцу» уже 6 лет. И каждый год Новокузнецк в числе первых участников. Главные герои фестиваля – юные художники ДШИ номер 55. Они размышляют на холсте на тему «Россия-Индия» на просторах красоты и дружбы. Сам проект зародился в Индии, в имении Рерихов, где жили Рерихи в долине Кулу, в Гималайской долине, где работал Николай Константинович Рерих, писал свои картины. И сейчас там находится музей и международный мемориальный трест Рерихов, где работают и русские специалисты, и индийские специалисты. И именно там эта идея фестиваля и зародилась. И успешно этот проект развивается. Работы новокузнечан сейчас украшают стены ДШИ номер 55 и администрации Новоильинского района. Но до этого они экспонировались в Питере и Гималаях, откуда прямым рейсом прибыли домой. Индия пленит и манит. И в своих работах юные художники говорят о любви к Рериху. Пишут и создают композиции, исходя из творчества Рериха. Здесь, конечно, уже еще и важную роль играет не просто показать там картинку, иллюстрации, но и рассказать предысторию. То есть это же обширная тема, в том числе подключаются еще и преподаватели истории изобразительного искусства. То есть они еще рассказывают достаточно большой материал. В следующем году фестиваль «Россия-Индия от сердца к сердцу» отпразднует свой юбилей. И этот момент однозначно будет красочно отображен руками молодых художников ДШИ-55. А сегодня лучшие произведения и их авторов отметили на церемонии награждения в администрации района. Ян Смирнова, Филипп Глушко. Новости ТВН.